82-летний мужчина переходил дорогу, и ему стало плохо. У него закружилась голова, он упал. Проезжавший мимо водитель увидел это и остановился. Подбежал, ну, дедушка лежит. Сначала думал, что все. Ну, нет. А потом с другой стороны к нему подбежал, пошевелил, смотрю, вроде это глазами заморгал, моргает, дышит, спрашивает, вопрос задает, я где? Он смог оперативно оказать пенсионеру помощь и вызвал скорую, которая прибыла через 7 минут. Также не остались равнодушными и безучастными другие прохожие. Глава администрации Мончегорска Виктор Садчиков выразил благодарность неравнодушным жителям. Именно их быстрая реакция позволила вовремя оказать мужчине необходимую медицинскую помощь.